Юрген сбежал от знахарки, у которой Гриша оставил его лечиться от алкоголизма. Ольга и Гриша не знают, где теперь его искать. Алина продолжает наглую подкатывать к Андрюхе, и Лена решает помочь ему в этом, показав, что на каждую долбанашку есть по умней долбанашка. Тимка жалуется на то, что в школе к нему придирается училка из-за того, что он азербайджанец. Ольга не готова к тому, что Гриша все больше лезет в ее отношения с семьей.